6 декабря 2016 года в МОМД России Курагинске поступило сообщение от продавцов магазина в деревне Петропавловка о том, что из магазина было совершено хищение продуктов питания. На место выехали сотрудники полиции, и в результате проведенных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России Курагинский данное преступление было раскрыто. Был установлен злоумышленник, который в ночь с 5 декабря 2016 года на 6 декабря с помощью деревянной лестницы проник на крышу магазина, после чего с помощью лома повредил перекрытие потолка, потолочное перекрытие, после чего проник в помещение магазина, откуда похитил продукты питания. Злоумышленником оказался 28-летний гражданин Российской Федерации, житель деревни Петропавловка, ранее судимый. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ по факту хищения продуктов питания и предметов из магазина. Также за прошедшую неделю сотрудниками МОМД России Курагинске было раскрыто хищение денежных средств у пенсионерки, жительницы села Павелово. В ходе проведенных мероприятий было установлено, что хищение денежных средств совершила жительница села Павелово, ранее неоднократно судимая, которая распорядилась денежными средствами, похищенными ею из кладовой жилого дома пенсионерки, по своему собственному усмотрению. В настоящее время также ведется расследование в отношении данной жительницы Пойлова. Она будет привлечена по итогам к уголовной ответственности по статье 158, то есть за хищение чужого имущества.